сразу вдаль надо лететь. Что-то я жрать хочу. После 8 нельзя. Точно. Утро. Тяжели. До 8 утра можно. Блин, завтра еще на работу. Не хочу. Я что-то не знаю, еще идти не идти или сделать себе длинный выходной. Да иди, Сережа. Я пришел, отдыхай. Не знаю, может пойду там. Как раз сегодня новую программу установили, пока я на учебу свалил. Надо попробовать, как она там. Автокад? Не. Кабинет вижу. Ну, та же программа, с которой, на которой я на станок на CNC мебель выдавал. Только новая герса. Козырная. Да, я направо, на большой. Давай. Что-то я изучил. Программу нормально, типа, конечно. Уже. В смысле, я уже на ней мебель херачу как не в себя. Ну, процентов на сколько ты ее изучил? Там 90, 80? Ну, там есть... Я ее изучил на то, что нужно мне для моей работы, на 100%. Но там есть еще дополнительные модули, которые у меня нету времени учить. А кто-то знает лучше тебя? Нет, не знает. И поэтому я могу держать всех за Фаберже. Если я уйду, то это труба. Ты топовый, короче. Я топовый, да. Блять. Топовая МК кому нужна? Есть. Значит, хороший лут будет. Тут их две. Если уже делится топовыми МКами, уже не надо. Одну я взял, одна валяется. И вектор я взял, Пашка. Вектор? Да. Я только что с него стрелял со стоковой, пиздец, конечно. Я на бочке. Что тут? А вон еще вектор, блядь. Так, всё. Погоди, вон вектор тебе, если хочешь. Вот, я нашел. Че брать? Так. Это я скинул, шаг на ПП. Пятерки вон, сотку я тебе скинул. Убирай. Взял. Мне нужно жопу на ТПМ-ку и на этот. И на вектор. Нет. Точнее, я вроде говорил. У всех было. Подожди, или не говорил. Это я видел. Не помню. Мне надо жопу и надо каску вторую. Тихо. Уже едут. Уже едут по дороге, откуда я думал. Сейчас будет по дороге здесь куча. Лево. Тройку дали. Да, надо поближе к дороге этой. Уже б давно. Нас бы уже б давно убили. Прямо вот. Что в гору? Еще иди. Готовься, нажимай. Сейчас нам ответка прилетит. Готовьтесь. Да, навряд ли. Они так боялись. Вот здесь, возле камня, отлично можно зажимать, если будет стоп МК. Вы решили, что там кто-то поедет? Ну. Уже все, кто хотел, проехал. В этих горах много народу всегда. Аккуратненько.
птички, чайки. А здесь не забрался. Упала. Монастырь. Хочу монастырь. Ёбаный. Еще один летчик. Вот что-то едет. Машина едет. По горе. Над монастырем. Они наверх забрались. ПП есть у кого? Вы в монастыре? Да. Я в колокольню. Я слышал, двери тут лопаются. Это я. Я поднимаюсь на колокольню. Скарл есть. Жопу, жопу, смотрим, жопу на топемку. Пробежал, что ли? О. И есть топемка, надо кому-нибудь? Нет, надо жопу. Патроны. Патроны могу дать, патроны могу дать. Взял. О, сверху, они сверху заехали. Сверху едут, да. Слышу, едут. И где они? Пойдем залезем, посмотрим. Подожди, Валера, я тоже прыгну. А? О, блин, стой, я банку пью. Я не могу. Кстати, да, я банку тоже пью. Стой, банку выпью, тогда побегу. Вторую каску надо. Не видно. Бля, мы тут не заберемся к ним. Пиздец, так если по кругу обходить. Не, нету. Патроны могу дать. Давай. Пятерок, давай. А, не, пятерок. Пятерок, пятерок, да. Взял. 30 скинул. Над нами. Куда? Да. Ну да, они спят над нами. А нам нужно идти. Да. Нам нужно вниз в город. Тогда они нам. Они сейчас, наверное, будут прыгать вниз. И мы их машина. А у них машина, им не надо прыгать, они будут на джипах. У них баги. Ну пусть будет, мы их разведем. Или они нас. Спасибо. А пошли зайдем им в спину. Минута есть. Да, они на рейсе, не на горах, то они сами. Оп, вот тут рядом, рядом. Вот он, вот машина. Так, где-то был упал. Убил. Все. Наверху был. Лутаем. Все, все, я его убил, я убил его. Лутаем быстро, тут до хрена всего. Хорош, хорош. Чего у них тут по пушкам? Коряк. Вот тот чувак наверху топовый был. У него был маск-халат и топовая пушка. Как он тут забрался, а? Блять. Подкиньте меня наверх, я хочу наверх. Блять. Блять, эти здесь патроны тяжелые. Коряк. Как он забрался? Я не знаю, как он забрался. Отойди, отойди, возьму. Машину давай. Блин, Стас, отойди от горки. Жоп на топ-эмку нету. Блин, стреляет. Ставь. Снизу. А где весь 45-й калибр? Кто подобрал? А, вот он. Поехали на джипе. Садимся быстро. Раз, два. Поехали.
Ясно, вышли, пизда, вышли, вышли, побежали. Через дорогу. Бежим. Банку срочно. Я сейчас тоже упаду. Попью. Нихуя себе, у меня 14 банок. Чего вы там нашли, банки? Да, наверное, были банки. У кого? Не знаю, у чуваков, наверное. Вы труп нашли? Че? Нет. Не, я говорю, вообще. Всех чуваков вообще. А, я не брал. Ой, X6 возьму вместо X4. А что тебе за пушка? На этот, на М-ку. А. У тебя что-то снайперка есть какая-то? Нет, ну у меня восьмерка есть лишняя, бегать. Не, восьмерка не надо. У меня миник, мне нужна восьмерка, у меня четверка. На. Ну я давай. Далеко, бегите. А куда ты пошел? Ну в зону. Я тут посижу сейчас, подойму чуть выше, сяду. Он в бобик есть, стоит. Ну... А, ну здесь недалеко. Здесь недалеко, да. Я здесь сижу, пешком. 19 чувачков. Давайте, 3... надо топчик взять. 16 живых, кроме нас. О, еще меньше. Стой, дайте банок надаю вам. X4 перевес. Надо кому? Давай. На X4 скидываю. Восьмерку взял, Паш? А, не взялось. Все. Аптечки нужны? У меня две. Нет. У меня 30-ка, 5-ка осталось. Стас скинул 2 аптечки, у меня взял. 6 было. 5-ки есть? 5-ки... 133. 30-ка, вон, 2 тела на 205. У тебя 30-ка только? Да. 30 скинул. Ага. 2 тела на 205 у домов сидит. Можно работать. Давай, погнали. Давай, все, они спрятались за трактор. За трактор. Зона! Зона, 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 побежали! Зона, зона, зона. Бля, через них бежать. Правее чуть-чуть. Наверное. Правее, правее, возьми все. Да, вон надо еще один бежит. Пить. Я пил. Пушку за спину. Выпил. Да, бля. Бля. А, сука, зона. Блядь, неприятно, неприятно, неприятно. Охренеть. Они бегут, они на нас выбегают. Они направо бегут в поле. Вон они смотрят на нас, сейчас будут стрелять в вас. Вот уже вас стреляют там круто. Пизда, вон камень, камень, камень справа наверху. А, вон тут дырка есть. Можно за камень спрятать. За камень хиляться. А, успеть бы. О, блядь, чуть в Пашку. Ё-моё. Сейчас будут бежать. Там АВМ в поле стоит. Так, а нам дальше еще бежать, пиздец, через все поле. Убежали? Я через верх пойду. О, я помню, здесь на нас подымались, Стас, когда мы наверху вон стояли. 215. А, это место? Да, они отсюда поднимались, а мы вон там за пригоркой не смогли их принять. Так там война идет. Слева от нас там бежала сквадик. Так, сейчас опасно подниматься, может, надо переждем чуть-чуть, посмотрим. А в будку, думаю, зайти. Мы бежим прям на будка напролом. Простреливается, мне очково в будку. Там камень огромный слева. Мы прям на пролом идем на... У нас еще 30 секунд, вот камень пока зона пойдет. Что-то надо просмотреть. А я в будку тогда. Справа там гора, ничего не видно. Никого не видно справа. Это хреново. Что-то видит. Какая-то дырочка.
Вон тело на 100. Выбегают с ангара, бегут. Лег, лежу, спрятался типа. Так, сейчас будут убежать. За деревьев ни хрена не видно. Ну, по полю будете бежать, не? Их там принимают. Парни, я бы лучше не сидел и не расстреливал. Давайте место займем нормальное. Потому стреляю, что по нам сагаров, уже стреляют. Сагаров. Мне попали. Я лежу. Никого не трогаю. Хаваю аптеку. Он не в зоне, Стас. Я хаваю и захожу в зону. Вон он. Я убил землю, блядь. Ебаный рот. Там еще один должен быть, даже нокнутый был. Там вот в этих деревьях должен быть еще один где-то. За деревом где-то сидит. Которым мы его даже не заметили. Пейте банки, если можете. Сейчас она будет идти. Вижу его. Через поле. Где? Ползет. Все. Сейчас нам вот бежать. Вижу. Он мне выстрел в голову, сука. Да, наверное. Кого? Я не пойму, где он. Только что видел, пропал там. Далеко был куда. Все, идем. Пизда, у меня каска выбита. И третий броник выбит почти. Прямо перед нами камень. Вон перед нами бегут на камень. Слева, 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 слева. Не прямо. Блин, нужно занимать что-то. Пригорку какую-нибудь. Он ползет. Он не ползет, он нокнутый. Ну нокнутый, да. Вон два. Горку. Да нет, надо. Валерий занимается. Я что-то нашел. Место какое-то. Под не. Хуевое место. Нормальное место. Ну такое себе, да. Сверху сейчас могут прийти. Сверху с дома. Сверху, да. Открыли дверь. Убит. Так, все, с домов никого. По идее, я надеюсь. Вот за этой пригоркой. Блять, мне нужны пригорки срочно. Стой. Сука. Что с тобой? Сразу сдох, да? Их двое осталось. Двое, ну, они хорошо. Справа, они на 100. Дайте чуть-чуть пятерок, у меня 12 штук. Я пойду заберу трупа, вон труп. 84. А, смотри, чтобы тебя спину не расстреляли. Стойте, я принесу пятерок. Давай. Да, мне и броник принеси мне. И каску. Хрена себе зона жрет. На тебе соточку могу дать. Ну, принесу. Да, да. Вон, по-моему, вижу. 145. А, нет, труп. Короче, сейчас мы встретимся где-то. Хватит. На, о, еще 30. Хватит. Нормально. Так, давайте, топчик. Вон, так, баночки. Летит, вон они, на 150. Баночку беру. На 140. Там, где дым идет, они там. Да. Понял. Хорошо, не добросишь. Не добросишь, не надо. Жри банки. Прыжки, я кидаем жру. Дым и бежим. Не-не-не, подожди, кидаем дым, сами придут. А, нам идти к ним. Мы не в зоне. Я дым кинул вперед. Есть дым еще? Вот по горе, вот туда вниз спускаемся. Побежал. Спустился. У зоны. Стою. Все. Нок. Нок, один остался перед вами. Хорош. Дальнего нок перед вами. Он ранен. Да, граната кидает. Да-да-да. Квадрат там. Я ему 3 дал. Очень раненый. Давай, очень раненый. Просто гранаты там все мои летают. Где он, сука? Где он? Вон он. Есть. У меня? Я убил. Хорош. Убил. 5 топчик. 5 килл. Нормально. 3 килла. Вовремя нокнул дальнего. Открыто достижение и не посмотрел какое. У меня тоже достижение. 10 побед.